Ученики в России могут повлиять на то, как будут выглядеть школьные помещения. Это станет возможным благодаря конкурсу дизайн-проектов «Классное пространство». На рассмотрение принимаются идеи, как преобразить столовую и спортзал, спроектировать актовый зал и улучшить классные кабинеты. Участники – российские школьники от 8 до 17 лет. Они могут предложить свои решения в 9 конкурсных номинациях. Общественное пространство, входная группа, пространство детских инициатив, столовая, спортивная зона, учебный класс, учительская, актовый зал и библиотека. Выбрав одну или несколько номинаций, нужно создать проект организации и дизайна предложенного пространства. Каждая работа должна иметь рисунок с оформлением помещения и текстовое пояснение, раскрывающее детали задумки. Подать заявку и отправить работу можно до 13 марта на странице проекта на сайте Российского движения школьников по ссылке в описании. Там же 31 марта опубликуют список победителей. Их выберут в двух возрастных категориях – из младших школьников, а также из средних и старших. Победители конкурса получат путевки во Всероссийский детский центр «Орленок» и Международный детский центр «Артек». А их проекты примут во внимание при разработке официальной концепции оформления школьных пространств.